Многим из них танцевать в старинной крепости 15 века еще не приходилось. Тем более интересным для ведущих солистов балетных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Амстердама и Нью-Йорка стало участие в гала-концерте, завершившем 7-й фестиваль балета в финской Саванлине. В этом году его организаторы пригласили к сотрудничеству известный питерский проект «Dance Open». Первый камень в основании крепости Оловенлина был заложен еще в 1475 году. Сегодня это один из немногих скандинавских замков, сохранившихся практически в первозданном виде. По праздникам над его главной башней поднимают финский флаг. Но в эти дни, дни балетного фестиваля, гостей из разных стран встречает так называемый хозяйский вымпел Оловенлины. Построенный среди запутанной сети водоемов и проток, этот замок пережил сотни осад, 2 серьезных пожара, несколько перестроек и реставраций, но сохранил главное – дух средневековья. Бывшую рыцарскую трапезную украшает статуя покровителя крепости, святого Олафа. Сегодня здесь устраиваются танцевальные вечера для горожан. А вот танцовщикам-профессионалам саванлинцы отдали главную площадку – крепостной двор. Замок производит потрясающее впечатление. Тут очень красиво. И атмосфера такая, как будто мы на съемочной площадке фильма какой-то сказочной истории. Солистка Мариинки Екатерина Осмолкина поднимается в свою гримерную. Она находится в той части крепости, что по сей день называется Суворовским двориком. На сцену балерина выйдет в 2 партиях – Китри и Джульетты. Ну, вообще здесь очень приятная такая энергетика особенная. Ну, не как в театре. Такие новые ощущения всегда как-то подстегивают, новые эмоции дают. У этого замка есть своя печальная история любви. Она произошла во время осады крепости русскими войсками. Легенда гласит, дочь шведского наместника влюбилась в русского офицера и ночью открыла любимому градские ворота. Атаку отбили, а девушку замуровали в крепостной стене. Балетный гала-концерт вполне мог побить рекорд посещаемости оперного фестиваля Саванлина. Но мест на этот раз было меньше, всего 2000. Пришлось отказаться от бюджетных кресел, с которых можно было только слышать выступления оперных певцов. Этот гала надо было видеть. Мы все время ищем что-то новое, интересное, какие-то новые номера, новых танцовщиков, для нас новых. Условия одного – высокого уровня исполнительского искусства. Финской публике представили классические ПДД из венецианского карнавала и адажио из Шахерезады, умирающего лебедя в исполнении Дарьи Павленко и корсара Семена Чудина. Но в настоящий восторг ее привел озорной буржуа от солиста берлинской оперы. Нужно время, чтобы найти себя в этом номере. Это я так считаю, потому что многие танцуют буржуа, и у каждый танцует по-своему. Участников Dance Open финны приветствовали не только бурными овациями. Здесь не принято аплодировать стоя, зато принято, что есть силы бить в пол каблуками. Так в Саванлине благодарят артистов за блестящее выступление. Ксения Ильиных, Илья Фомин, Александр Капустянский. Новости культуры. Саванлина, Финляндия.